Можно вы ко мне обратились? Просто представьтесь, пожалуйста. Заместитель начальника отдела Фетискин Михаил Вячеславович. А можно увидеть ваше удостоверение, раз вы ко мне обратились? Я в форме, стою в отделе. То, что вы только что сказали, одна из самых безумно идиотских вещей из тех, что я когда-либо слышал. Этого недостаточно, я объясню просто. Если вы обращаетесь к гражданину, по требованию гражданина, вы обязаны предоставить. Я в курсе, спасибо. Поэтому, пожалуйста, спасибо, будьте добры предоставить удостоверение. У вас вопрос с собой нет? У меня с собой его нет, я потому что... Я понял, но я потребовал, вы выполнили данное требование, получается, не можете. Получается, нарушаете федеральный закон о полиции, понимаете? Я нарушаю. Ну, только что вы нарушили. Я сейчас ничего не нарушал, а вы, получается, нарушили, когда ко мне подошли. Но вы же не можете сейчас предоставить мне удостоверение? Я нахожусь на работе, на рабочем месте. Правильно. Так, если у вас обязанность, если я потребовал удостоверение, предоставить мне его. Вы этого требования и обязанности выполнить не можете. Я сейчас не могу выполнить, у меня в кабинете вот. Удостоверение. Значит, вы тем самым нарушили. Я ничего не нарушил. Как это не нарушил? Вы убеждены в этом? Да. Вы ошибаетесь. Я не ошибаюсь никак. Хотите, мы даже проверим. Соответствующим образом будет написана жалоба, и по этому поводу будете привлечены к дисциплинарной ответственности. И вам там будет все четко пояснено, что вы обязаны были предоставить. Это ваша ошибка и ваше нарушение. Хорошо. Все? Больше вопросов нет никаких? Вопросов нет. До свидания. Какой стыд.